Добрый день, дорогие друзья! С вами партнер компании Amarkets Алексей. Сегодня у нас на календаре 30.01.2020 год. Сегодня мы поговорим о прогнозах на трех котировках. Это доллар-рубль, золото и S&P 500. По поводу отработки прошлого анализа. Вот, золото у нас отработало свои цели. Доллар-рубль тоже отработал. Евро-доллар тоже. И нефть, она не дошла буквально там совсем чуть-чуть по... Ну, так как у нас была поставлена цель на 66, она до нее не дошла. Но все-таки была где-то рядом. Ну, то есть, анализ был построен вот примерно с этой точки. Вот. И, то есть, можно было на этом заработать. Я не знаю, кто успел, тот, наверное, забрал свой куш вместе со мной. И приступим. Предполагаю, что котировка доллар-рубль продолжит свой рост, и рубль будет все дальше ослабляться из-за вчерашних санкций, которые введены были против России со стороны Америки, и падения нефти, а также коронавируса, о котором все везде говорят, и он нагоняет панику. То есть... агрегаторов для того, чтобы рубль падал, очень много. И это как раз-таки показывается нам на графике. Впрочем, прошлая наша сделка была на то, что доллар-рубль, ну, котировка, должна расти. Вот. Цели как раз-таки были отработаны. То есть мы ожидали где-то 62.10. Сделка прошла успешной. И сейчас у нас цели по доллару-рублю, если заходить, это 62.20. Давайте теперь приступим к золоту. По золоту мы также ожидаем то, что у нас будет рост. Прошлая сделка была успешно отработана. Мы открывали сделку на покупку до 15.73. Вот. Сейчас, если даже растянуем фибу, то вы также поймете, почему я строю такой анализ на покупку. Вообще, в принципе, все сделки на сегодня, они построены больше фундаментально, нежели технически. И в мире сейчас такая неразбериха творится, что в золото сейчас большинство инвесторов по анализу как бы вкладывают свои деньги, так как они не знают, в какой актив переложить свои средства. И крупные инвестора, трейдеры и частные инвесторы в основном открывают сделки по золоту и также на лонг. И это все хорошо видно. И вот у нас ближайшая цель, до которой мы как раз таки можем держать сделку. Это вот получается до 161 фибы, которая у меня здесь отмечена. Вот. И после пробития ее, конечно, мы будем тестировать верха вот эти. То есть это на 15.95.31. И переходим к анализу индекса S&P 500. И несмотря на положительную отчетность американских акций, индекс S&P 500 продолжает тестировать пробитие своего восходящего тренда. То есть, смотрите, отмечу вам тренд. Вот как он его ходит, тестирует уже раз, два, три. И как бы с каждым разом он его все хочет все сильнее пробить, так как объемы тоже набираются на шорт, как мы видим. Плюс еще сейчас много негативных новостей, которые гуляют по всему миру о том, что коронавирус, и это все-таки должно повлиять на американские акции, так как у большинства крупных компаний заводы находятся в Китае, и поэтому у них сейчас заморожены некоторые поставки, производство, и все это стоит на месте. И на американских индексах это хорошо должно отразиться. И вот сейчас... как я ожидаю, что в дальнейшем будет вот такое движение. Сейчас отмечу вам его. Так. Мы пойдем тестировать первую цену. Можем от нее отбиться. И потом пойдем пробивать дальнейшие уровни, где она пыталась все-таки пробиться внутри этого восходящего тренда. Вот. И на сегодня у меня такой короткий обзор рынка для вас. Так что всем хорошего дня, хороших выходных будущих и не болейте. С вами был Алексей, до свидания.